Всем доброго времени суток, друзья! С вами Соб, и это Floodland, замечательный постапокалиптический мир, мир потопа, переживший климатический катаклизм. Что ж, друзья, в прошлой серии мы с вами столкнулись с большой-большой проблемой. У нас добавилось аж 42 человека, то бишь два клана, один из них 18, другой 24 человека. И самое что интересное, эти кланы с друг другом не дружат. Да, у нас пограничная ситуация с кланом новые Пуритане, да, они прям на 46 единиц уже беспокойство у них. Есть у нас нейтралы, которые добрые соседи, у них 30 единиц беспокойства, но мы с ними как-то, наверное, сможем ужиться, посмотрим. Но самое главное, что у нас новые пуритане ни хрена никак-то не взаимодействуют с пожарной бригадой. Они почему-то, у них разные мировоззрения, ну не почему-то, у них просто разные мировоззрения и разные способы отдыха. И я принял в прошлом серии решение о том, что мы их, наверное, будем переселять. Переселять на новую территорию, где мы, собственно, нашли в одной из прошлых серий дополнительное население себе. Да, есть такая тема, попробуем это в этой серии сделать. Также в прошлой серии мы с вами завели новую цепочку производства пищи, а именно малую ферму, которой с помощью воды, я так понимаю, некоторых семян производит нам соевые бобы. Эти соевые бобы переводятся у нас на мельницы, на них делают муку, и после этого муку отправляют у нас на пекарни, и пекарни, в общем-то, как бы штампуют нам пищу. Вот такие дела. Также на нас налетела небольшая напасть, а именно большие хищные рыбы, так что у нас неопределенное количество дней будет, скажем так, дебаф на производство рыбы. И, соответственно, мы сталкиваемся с вами с проблемой, что у нас вроде как все хорошо с водой, но не все хорошо с едой, как минимум. Ладно, в этой серии будем с вами решать проблему переселения и взаимодействия между кланами. Как минимум будем выселять клан Новой Пуритании на новый регион. Кстати, как у нас этот новый регион теперь называется? Акулья станция. Вот так вот у нас называется этот регион. Будем, наверное, бороться с преступностью, потому что она потихонечку сейчас у нас начнет здесь появляться. Ну и, в общем, будем как бы стараться, наверное, обживать, что ли, клан здесь. Вот такие планы, по крайней мере, у меня. Так, что у нас там с веревками? Есть у нас, да, две веревки. Давайте, наверное, обыщем эти все руины. В первую очередь нам нужно, конечно, здесь сделать пирс. Пирс. Потом будем строить здесь дома. Нет, наверное, в первую очередь будем строить дома, потому что у нас там три бездомных человечка живет. Защита семьи. О, надо же. Новые пуритане нам еще и требования теперь выкатывают. Защита семьей. Семьи. Добавляет 1 плюс 1 к изменению отношений. Так, да, безопасность семьи прежде всего. Их будущему и имуществу не должно ничего угрожать. Прошу изменить закон. Измените закон, чтобы мы снова почувствовали себя защищенными. Защита семьи. Ну, в принципе, почему бы и нет. А что он добавляет? Добавляет плюс один к изменению отношений между всеми кланами, у которых отношения нейтральные или хуже. Да есть плюс два к изменению отношений между остальными кланами. Угу. Иногда люди потребляют ресурсы. Еда, лом, древесины, празднуют семейные торжества. Блокируют закон общественное пространство. Приняв этот закон, вы не сможете дальше развиваться. Так, ладно, хорошо, давайте я все улажу. И пойдем посмотрим, что же они от нас хотят. Обычаи. Это у нас обычаи? Нет? Нет. Да. Общественное пространство. Защита семьи. То есть у нас развивается... Нам обрезают вот эту ветку. Общественное пространство что дает? Так. Здание отдыха получает больше мест. Плюс 2 единицы для людей. Блокирует закон так. Ну, в принципе, я здесь ничего такого не вижу. Хотя, наверное, конечно... В любом здесь... Так. Еще раз. Давайте разбираться. Добавляет плюс 1 к изменению... Отношения между всеми кланами, у которых отношения нейтральные или хуже. То есть это, грубо говоря, буст к отношению между кланами. То есть у них становится больше меньше неприязни. Ладно, принимаем закон. Я не думаю, что мы как-то сейчас какой-то негатив получим. Каждое подобное решение отдаляет вас от народа. Я от вас ожидал не такого. Угу. Ну, по крайней мере, мы никаких негативных... Негативного никакого последствия не получили от пожарной бригады.
влияние плюс 10, новое Пуритане 24 человек получает статус довольства. Ну, ребят, мы вас сейчас вообще выселим отсюда, и у вас вообще все будет хорошо. Главное нам до этого момента, блин, дожить. Окей, хорошо. Ну что, мне не хватает на самом деле к этой цепочке одного, на одной пекарни. Давайте этот момент исправим. Так, дом собирателя, трепыры, малая зерновая, лагерь, лавка пекаря. Да, лавка пекаря нам нужна еще одна. Ну, давайте где-то здесь ее и поставим. Не в первую очередь, конечно, это будет строиться. Но постепенно, я думаю, что у нас и древесина появится, и доски появятся. Так что выбираем, наверное, вот здесь вот первый дом. Бустим его. Дальше начинается у нас здесь с вами, собственно, сборы. Главное, что здесь три человека. Они здесь и так собирают. Давайте здесь еще соберем. Нам древесина, конечно, в первую очередь нужна. Сюда. Здесь еще пускай собирают древесину. Более-менее, вроде как. Хорошо. Да, сегодняшняя серия у нас будет, наверное, ничего нового. Если и будем вводить, то будем уже на живую. У меня пока нету, если честно, мыслей, как это делать. По той причине, что мне нужно как-то развести вот этих недовольных. Потому что здесь уже недовольство сколько получается у нас у бригады? 46. А здесь, конечно, недовольство снижается, но это за счет закона. Но в любом случае, либо эти друг друга съедят. Ничего страшного. Я думаю, что мы вопросы будем решать именно таким способом, что мы будем разведем сейчас эти кланы. Конечно, поставим еще там полевые палатки для здоровья. На самом деле, наверное, и вышку для исследователей поставим здесь. Потому что эти кланы жить друг с другом, наверное, не смогут. Это сейчас у нас такой эффект, что мы вроде как приняли закон, и все хорошо. По факту, я думаю, что такого не будет, конечно же. Ладно, окей. Съеда. Вроде как на балансе. Что это такое? Защита семьи. Действует закон защиты семьи, да? То есть у нас еще и перерасход еды сейчас начнется потихонечку. Но я думаю, что когда вот эта вся связка заработает, то у нас здесь все будет хорошо. Поживем, как говорится, увидим. Окей. С древесиной пока непонятно. Я думаю, что с древесиной надо, наверное, здесь одного человека снять, поставить сюда. Да? Так, будет правильным. Здесь она потихонечку восстановится. Здесь у нас вообще живет с вами... А сколько у нас здесь свободные люди-то есть вообще? А мы это сейчас вот так проверим. Нет, нету свободных людей. А почему? У нас здесь три человека живет, что ли? Так, не... Да, три человека всего живет здесь. Писец. И здесь три человека. Здесь, зато здесь восемь человек, которые дербанят рыбу направо и налево. При том условии, что у нас здесь нету... А здесь только костры. Ну, костры всем нравятся, да? Угу. Хорошо. Так, мне, наверное, собирателей нужно убрать. Потому что у меня уже очень-очень много... Хотя, пускай работают. Так, что у нас... Какие у нас проблемы? Проблемы у нас, на самом деле, я так понимаю, с... мусором, да, с мусором проблемы, потому что здесь мусора нету, соответственно, здесь его весь собрали, но у нас есть здесь момент сбора, пусть здесь собирают. Хорошо, сюда у нас не хватает как раз-таки мусора и древесины, но древесину, я так понимаю, потихонечку возобновляемый ресурс у нас сейчас пойдет в плюс, хотя, может, и не пойдет. Ну, о, пошел. Отлично. Здесь все отлично. Эти два места мы забываем. Здесь вроде про них. Здесь у нас вроде все более-менее. Да, нам нужно развивать сейчас вот это. Вот этот вот. Вот этот вот нам нужно развивать с вами район. Увеличиваем течение времени. Я так предполагаю, что там сейчас все построится и без нас. Особенно. Особенно ничего нам не нужно здесь выяснять. Так, дерево собирают потихонечку. Здесь в обломках тоже сейчас соберут все. Да, сегодняшняя серия, я думаю, что вряд ли пойдет у нас на менеджмент. У нас с едой прям вообще жесть какая-то творится. То есть вот эта цепочка нифига не работает. Хотя она должна, по идее, работать. Но она не работает. Плохо. Продолжаем.
подножным кормом питаться. Так, что мы здесь? Еще мы можем мусор, наверное, здесь собрать, да? Здесь тоже у нас где-то еда была. Кусты, пускай их идут, обирают. Блин, а у нас получается здесь нигде еды нету, да? Да, здесь только мусор. Здесь у нас древесина, которая, до которой мы не дотягиваемся нифига ни разу. Так, в новом районе у нас, собственно... А, вот, у нас в новом районе есть еда. Ага. Так, здесь лечебные растения. Древесина, древесина, мусор. Ну, ладно, сюда склад все равно не дотянется, но в любом случае... Имеем возможность. Нет, конечно, еда прибывает чуть-чуть, но баланс-то, конечно, в плюсе. Но он что-то как-то пугающе иногда падает. Окей. Нашествие гигантских рыб мы прошли. Да, я так понимаю? О, отлично. Ну, все, исчезло, нет? Ну, исчезай. Все. Так, и, соответственно, у нас здесь сейчас потихонечку начнет приходить опасная еда. И эта опасная еда у нас начнет переходить в полезную еду. Как раз у нас везде здесь немножечко подувеличилось количество добываемой рыбы. Хорошо. Соответственно, у нас сейчас вообще с пищей все будет хорошо. Окей. Окей. Продолжаем. Продолжаем ковыряться. Продолжаем ковыряться. Ну что, у нас дом будет построен когда-нибудь? Нет? Так. Вроде как все. Осталось только мусор дотащить. Потом нам еще нужно будет пирс построить. И потихонечку сюда переселять все население. У нас бывают разногласия, но это же не повод относиться к нам хуже, чем к другим. Хм. Ну, видите, новые пуритане так не считают. Новые пуритане так не считают. Так. Здесь все хорошо, здесь все хорошо. Да, нам бы сюда побольше сейчас переселить народу, чтобы вот это все обобрать и обсобирать. Потому что вот тебе вам, пожалуйста, блин, ферма насекомых. А чё, собственно говоря, нет-то? 6 человек, у которых будет самовыражение, это, конечно, хорошо, но у нас таких людей нету. Зато у нас здесь куча всего. О, обыск, 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 и все как по плану. Жалко, что, конечно, вот это все разобрать не смогу. Даже вот это можно обыскать. Ни хрена себе. Очень полезно. Очень полезно. Хорошо. Так, ну что у нас? Муки 10 единиц. Да, у нас все равно 16 в день. Ну, понятное дело, потому что у нас еще не работает одна лавка пекаря. Дальше пока я развиваться и не буду, пока не разведу народ. Вот честно. Я бы и рад, но пока попридержу коней, честно вам скажу. У нас эта серия будет, скажем так, бедна на нововведение и новшества. Потому что нам нужно разобраться с тем, что у нас уже есть. У нас, видите, как с пищей все плохо. А с пищей у нас все плохо. Воды навалом, народ можно отсюда снимать. Ну, не знаю, давайте обычного человечка снимем. Что у нас там? Да, слишком много их поставили. Давайте выравнивать баланс. Выравнивать баланс. Потому что у нас уже заполняемость, мам, не горюй. 19 в день в плюсе. Три восемь меня устроит. Меня вот не устраивает то, что у нас пища на грани. Эх, проблемка. С досками все, предел. С досками понятно. Доски мы останавливаем. Нам нужна древесина и нам нужен мусор. Окей. Окей, нам нужен мусор. Хорошо. Ну что у нас здесь? Строительство почти завершено. Да, еще 10 единиц древесины и все. И, в общем-то, у нас здесь будет полный цикл. По идее. Я, конечно, может, неправильно рассчитал, но вы, ребят, мне еще в комментариях потом поправите. Правильно же?
Думаю, что да. Да, за день у нас уходит вся еда. То есть мы впритык с едой. А то, правда, у нас здесь грибница есть. Здесь грибница есть, здесь грибница есть. То есть мы можем попробовать на грибах еще выехать. А что бы, собственно говоря, и нет-то. Так, а что, дома-то уже... О, у нас дома строятся вовсю. Отлично. Отлично, дома строятся вовсю. То есть мы подготовились для того, чтобы переселить сюда целый клан. Мусора не хватает, да? Мусора не хватает. Ладно, я думаю, что будет все хорошо. Увеличиваем скорость времени. Для того, чтобы у нас закончилась везде вся стройка. О, отлично. Теперь, по идее, у нас должен быть баланс 0. Ага, баланс минус 0,1. А здесь минус 45. То есть ферма не справляется. А, ну ферма не справляется, потому что здесь работников нету. То есть если мы работников сюда добавим, то по идее у нас баланс должен быть все равно минус 30. Я думал, что будет баланс 0. Долго дорогу между работой и домом. Ну уж извините, ребята, здесь домов до хрена. Как бы вселяетесь, что могу вам сказать. Так, с материалами у нас, конечно, в швах полный, потому что древесины нигде нету. Нам бы сюда кого-нибудь переселить бы. Сколько у нас свободных людей? У нас есть один. Да, у нас есть один человек из пожарной бригады. Давайте перевозка людей. Перевозка людей сюда. Вот в этот район. Мы одного человечка из пожарной бригады сюда перевезем. Он у нас сразу сядет на лесника. Да, здесь же нужна дисциплина. Угу. Также у нас дисциплиной еще обладают и эти ребята. Ну, эти ребята у нас здесь будут древесиной заниматься. Здесь тоже дофига, как видите, древесины. И нас это, в принципе, устроит. Сможем потом разгрузить здесь древесину. Я так понимаю. Он переехал сюда, человечек-то, нет? Он, наверное, еще не успел. День же все-таки. Правильно? Да, вот он, пирса. Отправился паром. Отлично. Здесь у нас, конечно, крополи по десяточке собираем. Но ничего с этим не поделаешь. Ну, я как и говорил, что недовольство растет. У этих ребят недовольство так и будет расти. Ладно, разберемся с этими ребятами, потом будем разбираться с этими ребятами. По мере поступления будем решать проблемы. Так, здесь мы снимаем, нам нужен один лесоруб. Все. Так, итого здесь у нас все довольны. Все довольны. Да, конечно, нужно заниматься в каждом районе всеми этими благами общества. Отдыха и так далее. Но пока они везде кострами обойдутся. Мне так кажется. Что у нас здесь? Все дома построились? Все дома построились. То есть мы готовы к переселению. К переселению народа. Пирс. Пирс. Немножечко мусора и все. Пирс будет готов. Давайте, наверное, сюда сразу же костер. Да? Не закон, а отдых. Отдых. Костер сюда поставим. Они же приемлют костер. Правильно? По-моему, они все должны приемлить. Ну, короче... Нормально относиться к костру. Картинные галереи, ратуши, картинные галереи и игровые дома. Все остальное можно ставить. То есть парки, парки, столовые, костры. Все для отдыха, парки, столовые, костры. Хорошо. Это мы сейчас им обеспечим. Когда переселим их сюда всех. Так, доски по максимуму, еда по максимуму. Что у нас здесь? Танцы с бубном, ё-моё. Вас что, совсем не беспокоит этот дурень? Ну тот, который пришел с последней группой, а теперь бродит по поселению, орёт и бьет в свой бубен. Дун-дун-дун-дун-дун, вот так вот он делает. Дун-да-на-на-на. А я уже не могу так работать. Сразу было понятно, что с этими пришлыми что-то не то. Он это явно специально делает, чтобы выставить вас бесхребетным лидером. Да, эти ребята точно что-то задумали. Очень вам советую принять меры и побыстрее. Рабочий. А это у нас от кого идет? Это у нас идет, наверное... Пусть поет, что хочет, главное, что другим не мешал.
А чей? Ну, блин, опять же, видите, непонятно. Так, не лучшее время сейчас. Итак, тысяча проблем навалилось. У нас в лагере подобным закидонам не место. Пусть ищет себе другое пристанище. То есть это мы его выгоним. И за это у нас голосует бабушка, бабуля со своим кланом. Нужно официально конфисковать его в бубен, чтобы больше не устраивало представление. Это у нас беркутовцы хотят. Решать тебе. Ты свободный человек и можешь сам поговорить с парнишкой и его друзьями. Главное, уважай его свободу тоже. Не забывай, ведь ты тоже когда-то был новеньким. Ну, кстати говоря, самое нейтральное решение. Давайте его и примем. Да, я понимаю. Меня немного занесло. Я найду его близких и спрошу их мнение. Добрые соседи положительно. Пожарная бригада положительно. Новые пуритане отрицательно. Раздражение. Так, и у нас с ними жесть происходит, да? 58 единиц. То есть скоро они бунтанут. Ну, понятно. Ну, попробуют пускай. Посмотрим. Посмотрим на это взаимодействие бунта. Пирс-то построился, нет? Мне бы их выселить побыстрее бы. Приоритет. Приоритет. Постройте их, пожалуйста. Я их сюда сейчас все выселю и будем ими заниматься отдельно. Конкретно. Потому что с этими недовольствами-то я как-нибудь порешаю, а вот с ними не получится никак. У них в любом случае будет действовать дебаф раздражения от пожарной бригады. Что у нас здесь? Здесь у нас почти нету рыбы в окрестности, да? То есть можно, допустим, снять отсюда пока людей и переставить их сюда. Вот так вот. Блин, металлолом же тоже закончится когда-нибудь. 600 единиц. Да, было по 500. Было как-то проще раньше. Ладно. У меня 13 человек свободных, но я их специально сейчас не трогаю, потому что я не очень понимаю, как у нас будет все это взаимодействовать. Мука есть. То есть одна ферма все-таки не может обслуживать две мельницы, да? И 4 пекарни. Хотя у нас все равно 26 в плюс еда уходит. Мне срочно нужно разводить их. Ну, в смысле, развести по разным островам. Ну что, пирс готов? Ой, ой, замечательно. Ход строительства идет. Вовсю. Отлично, друзья. Так. Теперь мне нужно, получается, пройтись по внешним местам. И поубирать всех рабочих. Которые относятся у нас к... Да. Которые относятся у нас к ребятам, которые... К новым пуританям, к этим. Здесь их нету. Здесь. Здесь их тоже нету. Здесь нету. Здесь есть. Здесь нету. Здесь... Нету. 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 Получается так. Здесь я никого нету. Здесь я проверил. Окей. Так, их 14 человек. Ха, так, где-то они еще работают. Вот они где работают. Блин, мне их нужно высвободить всех. Давайте, наверное, через паузу это сделаем. Чтобы не запустить ничего нигде. Здесь их тоже нету. Дальше. Здесь двое. Никого. Никого. Здесь не может быть. Здесь есть. Здесь тоже есть. 20. Еще где-то один тусит. Где-то еще один тусит. 21 человек, и сразу их перекинуть туда, и там уже с ними взаимодействовать. Нету, нету. Может, на складе? Ага, на складе, точно. 21 человек. Отлично. Ну что, выселяем недовольных?
данным островом, дальним регионом. А потом уже будем решать вопрос, как восстанавливать нам здесь работоспособность. Ну, я думаю, что так будет правильно. Так, перевозка людей. Акулья станция. Перевозим всех сюда. Вот так вот. Развели? Развели. Отлично. Отлично. Я думаю, это будет сейчас прикольно. Здесь у них вообще ни хрена не будет. Не хотите жить с нами, с нашими парками и так далее и тому подобное? Все, до свидания. До свидания. Все, с утра на паром и в ссылку. Ну, ничего, мы им там устроим нормально. Отношения между кланами «Добрые соседи» и «Новой Британии» существенно улучшились. Существенно улучшились. А, дом лесопилка слишком далеко. Так, от рабочего места. А это у нас где? Угу. Ну, вообще, конечно, да. Конечно, далеко. Ладно, что у нас там благополучие? Самое маленькое на 3 человека. Палатка. Ну, давайте палатку поставим здесь. Ну, автосохранение. Прошло успешно. Ну, здесь палатку поставим, чтобы они далеко не ходили. Одно из зданий не функционирует. Да мы в курсе, как бы. Ну что, вывезли? Несогласных-то вывезли, нет? А, что-то не похоже. 3 из 15. Ну, вывезли же, нет? Давайте время увеличим. Ждем, что ли, их всех? Они типа дома тусят? Да, они типа тусили дома. День им, собственно, на подготовку. И выселяйтесь, дамы и господа. Окей, хорошо. Так, теперь, наверное, давайте возвращать здесь всех рабочих. Их, наконец-таки, здесь никого не должно быть. Правильно? Да, здесь только 3 клана. И вроде как эти 3 клана мы с вами сможем помирить, я надеюсь. Ну, если у нас это, конечно, получится. Окей, полицейские. Полицейские, 2 спеца, и больше нам не нужно никого. Хорошо, на сбор мусора. 1, есть контакт. Что у нас еще? У нас еще есть 2 свободных, которые могут с вам, собственно, прийти сюда. Сюда. И сюда. По 1 спецу добавили. Дальше. Дальше у нас есть еще 3 человека свободных. Которые могут... Ага, блин. Вот так-то и могут они, да? Здесь-то ладно, по 2. Фиг с ними. У нас здесь нет никого. Ну, пускай работает так. А, и у нас нету, по-моему, кого-то не было здесь. Ага, здесь все есть. Здесь все трудятся, все отлично. А, у нас вот здесь никого не было. Добиваем. Да, добиваем сюда. И все получается? Нет, по факту можем еще одного добавить. Ну да, давайте сюда и добавим. Все, всех распределили. Да, 21 человек выселен. Сразу же у пожарников недовольство прошло. Так, что у нас с ребятами из Беркута? Враждебность. Враждебность с кем? Враждебность. Изменение уровня волнения плюс 30. Враждебность с кланами «Добрые соседи». Ну вы чё, ребятки? Вы с добрыми соседями, короче, воюете, да? Да, вы с Беркутом 3. Эти тоже друг друга не любят. Ой, ладно. Как-нибудь порешаем. Может быть, выселим и этих. Ну ладно, сначала с этими надо разобраться было. И мы с ними, собственно, разобрались. Ну что у нас здесь живут? Живут они конкретно, да? Или они еще не доплыли? А, они еще не доплыли. Свободное время. Жизнь состоит не только из работы и обязанностей. Должно быть и время на отдых, и место, где отдохнуть. Каждый житель поселения должен быть свеж, выспавшийся и не забывать о значении слова «досуг». Обеспечьте отдых для клана «Пожарная бригада». Я все улажу. Ну да, конечно. Ладно, для пожарной бригады у нас вообще вопросов никаких. Они же вроде как у нас все приемлят, да?
Спортзалов у нас нету, стрельбищ у нас нету. Позорных столбов у нас тоже нету. Ну и хорошо. Так что, если оно само собой не сработает, то как их по-другому назначить, я не очень знаю. Ладушки, а ладушки? Тут у нас что? Восстанавливается? Потихонечку восстанавливается. Но перекинем отсюда сюда, и вообще вопросов никаких не будет. Ладно, раз мы их выселили, давайте им как-то здесь решать вопрос. Ну, наверное, конечно же, у них, поскольку у них здесь пространство дохрена, нам нужно решить вопрос с лесом. Или подождем, пока они уж доплывут. Давайте подождем, пока они доплывут. Вот, все, они доплыли. Вот они, наши замечательные новые пуритане. Заселились. И все хорошо. Да, все отлично. Ну что, теперь здесь можно нам с вами попробовать прошвырнуться по полной программе. 15 человек, во-первых, сразу же. Сразу же давайте соберем все, что у нас есть здесь, что мы можем здесь собрать. Так, 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 так. 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 Это все равно все разово. Получается, хотя не знаю, эти обломки тоже разово собираются. Ну, раз они уж прибыли сюда, пускай шерстят. Все. Отлично. Отлично. 15 человек, да, они, конечно, все заняты, все такие, все из себя занятые. Окей. Давайте здесь им построим, во-первых, добычу леса. Ну, не им, а нам. Выживание. Так, очиститель рыбацкой гайны, рыбацкой. Так, а где у нас рост? Или это рост? Лес, рост это. Это рост. Лесоповал. Отлично. Да, они, конечно, не такие все из себя крутые, но... Но вот здесь мы расположим, в принципе, одно здание, да? Раз. И максималочку, наверное, здесь. Все. Могут они заниматься лесом у нас? В принципе, могут. Почему бы, собственно говоря, нет? Их обеспечат едой, не вопрос. У нас экономика общая, поэтому с едой, я думаю, как бы проблем не будет. Наверное. Так, два лесозаготовочных лагеря поставили. Так как спецов мы на лесозаготовочный лагерь поставить не сможем, ну, будут обычные работники этим заниматься. Что поделать? За счет мусора. Зато мы решим вопрос с древесиной, потому что надо, как бы, вот эти места, они, конечно, хорошие, но не очень продуктивные у нас получаются. Пускай здесь люди рыбой занимаются, в конце концов, а не лесом. Потому что леса здесь кропаль. Ну, здесь кропаль леса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Седьмой не дотягивается. Здесь что у нас? Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, в принципе, здесь еще можно, наверное, лесоруба оставить. Но здесь-то явно покруче будет. Правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Ну, все, здесь бесспорно. Ну, и, соответственно, здесь тоже бесспорно, скорее всего. Да, плюс, скорее всего, потом у нас будут какие-то улучшения в плане... В плане радиуса, я думаю. Так что вроде как выправимся, я думаю. Угу. Но это не факт. Так, 9 человек у нас свободно. Также давайте им здесь будем построим. Начнем, точнее, строительство. Что они? Костер. Костер в первую очередь. А если вот так вот? Костер с этой стороны. Что они еще у нас желают? Игровые автоматы, картинные галереи, ратуши. Но здесь этого ничего и не будет. Правильно? Правильно. Давайте еще им столовую поставим. Столовую. Все, пока, я думаю, хватит. Здесь работников не будет. Сколько у нас здесь работников? А ну, мы все равно пока не узнаем, да? Хотя как не узнаем? Узнаем. Раз, два. Даже не два. Здесь никого не будет из этих ребят. Поэтому здесь будут только двое. Четыре человека. У нас еще остается с вами пять. Пять человек, которые могут нам приносить пользу. Которые могут нам приносить пользу. У нас здесь есть явно собиратели, правильно?
Выживание. Так, кухня, очиститель. Нет, рост. Рост, дом сортировки. Нет, подождите, а где у нас? Так, блин, эта менюшка, короче, очень неудобна. Очень неудобно. Дом травника. Палатка. О, палатка медпомощи им тоже нужна. Сейчас заболеют к ядрене фении, потом их вези, лечи на другой остров. Хорошо. Хорошо. Все запланировали, все. Через какое-то время наша вся колония на них сейчас будет работать, на самом-то деле. Но через какое-то время у них будет все хорошо. Это не может не радовать. Дальше. Дальше, наверное... Давайте смотреть, что вам еще нужно. Разведка. Пирс, средний склад. Да, наверное, но подальше, да? Подальше. Средний склад им можно подальше еще здесь где-нибудь расположить. Может быть, даже и не один. То есть вот тут вот где-то... Блин, это близко слишком. А так мы все равно не захватываем кусочек. Все, с другой стороны, ладно, это позже. Выживание. Лавка пекаря, ферма, зерновая, кухня, очиститель воды, рыбацкая гавань. Во. Дом собирателей мне нужен. Дом собирателей, чтобы к нему входили все вот эти три пункта. Ага. Ну, наверное, как-то вот так вот. Дом собирателя. Что еще? Погнали. Рыболовная башня. Ну, они рыбой заниматься, наверное, не будут. А вот домик... Домик собирателя грибов, наверное, да. Как раз-таки у них увеличится... Хотя радиус действия здесь особо-то и не нужен. У нас же здесь есть еще что-то, что собирать. В принципе, наверное... Да, судя по всему, нету, да? У нас бы сразу бы отобразилось бы. Да. Собиратель здесь только один нам понадобится. Что еще? Что это такое? Ну, убрать так убрать. В чем проблема? Хорошо. Вроде как мы их обеспечили. Дальше. Благополучие. Хижина травника. В принципе, конечно, хижина травника тоже нужна. Но у нас с травой вообще все отлично. Так что хижина травника нам особо не нужна. Дальше, в рост. Лесозаготовка не нужна. Она у нас есть, и она у нас работает вообще такое себе. Парк. Ну, парк они как раз, по-моему, не любят, да? А, нет, они парк... Вот эти парк не любят. Ну, вообще, походу, пока все. Что у нас с древесиной? С древесиной у нас тоже все более-менее. Давайте им тут дорожки проложим. Сразу же. Сразу же. Здесь нет, а здесь... Так. Так. Дорожки все проложили. Проложили. От домов они сами пешкарем дойдут. Ну, ну да. Так. Сюда им нужно, да, тоже дорогу проложить каким-то макаром. Ну, давайте так и проведем. Да, на это сейчас много дерева уйдет, но что поделать. Ну и все. И через какое-то время они здесь заживут. Мама, не горюй. Я, правда, не знаю, может, у них еще кто-то останется безработный. Но вроде как не должен остаться никакой безработный. Ах, хорошо. Так, дальше. Дальше что мы будем делать? Что у нас эти ребята умеют? Эти ребята у нас имеют эрудицию и имеют точность. Они у нас не приемлют парки, не приемлют мастерские. То есть, если мы сейчас мастерские там забабахаем, то жесть будет конкретная. Ну ладно, придется как-то с ними договариваться.
Времена меняются. О боже, чуть не случилось непоправимое. Видите ли, а мой младший брат, я это скрывала, но у меня... Но он у меня особенный. Хороший парень, работающий, но временами очень-очень нервный. Может даже поранить себя. А недавно он нашел этот бубен. И оказалось, что если петь и стучать в него, ему становится лучше. А вот людям вокруг скорее наоборот. Но все разрешилось. На него хотели напасть какие-то хулиганы, но тут явился ваш сосед Бобби и всех уговорил спокойно все обсудить. После работы к ним присоединилась и я. И вот что мы придумали. Теперь они играют в группе. Пусть ребята с музыкальным слухом немножко скрасят шум от моего братца. И кто знает, а вдруг и он сам научится. Слышала, и вы тоже к этому руку приложили. Спасибо вам за такое деликатное решение вопроса. Так, все хорошо, что хорошо кончается. Расскажите всем о моей поддержке вашего брата. Так, мне нужно с этими, наверное, да, как-то решить конфликт. А вот они, да, друзья. В этом нет моей заслуги, просто у нас вообще немного хороших ребят. Да? А что, порешаем так. Умиротворение, умиротворение. И снизилось на минус 9 единиц. Отлично, эти ребята сейчас получат все, что хотят. Они будут жить спокойненько и, я так понимаю, развивать нашу общую экономику. Ну, по крайней мере, они будут заниматься лесом и на самообеспечении. Может быть, мы потом сюда еще что-нибудь добавим. Не знаю, не уверен. Но, может быть, у нас это получится. Этих ребят потихонечку будем спускать на тормоза. Здесь, я так понимаю, неприятие, но мы их как-то помирим, я надеюсь. А может быть и не помирим. Посмотрим. Ладно, у нас не хватает с вами бобов, так что нам нужна еще одна ферма и еще 8 человек. А у нас, собственно, этих 8 человек-то нету ни хрена. Хотя, с другой стороны, мы можем отсюда убрать людей, правильно? Давайте попробуем по одному убирать. Посмотрим, когда у нас здесь снизится, точнее, появится высокое напряжение. Точнее, высокий уровень нагрузки. О как! Высвободили целых 8 человек на целую, сука, ферму. А точность-то у них у всех есть, правильно? Правильно. Отлично. Давайте строить еще одну ферму, для того, чтобы вот это все работало. Хотя, конечно, я что-то как-то, получается, не подрасчитал нифига. Что мука и соя у нас выходят в трубу, вылетают. Ай, рост! Благополучие. Так, отдых, выживание. Где у нас ферма-то? Малая зерновая ферма. Так, это не ферма, это мельница. Вот у нас ферма. 500 древесины нам нужно. У нас всего 230 древесины. Плохо, конечно, но ничего не поделаешь. Оп. Отлично. Здесь у нас такое напряжение здесь сейчас вырастет. Может быть. А может быть и не вырастет. Так, отдых, пожарная бригада. Ну, пожарная... А что у нас из пожарной бригады, кстати говоря? Что они хотят-то? Пожарная бригада, спортзалы, стрельбище, позорные столбы. То есть нам мастерскую сюда внедрить надо. Но мастерскую не любят эти ребята. Что с этим делать, не очень понятно. Мастерскую полюбят эти ребята. И эти ребята. Блин. То есть, по-хорошему, нам нужно сюда переселить... так, а что они не любят? Они не любят парки. Парки и мастерские. Но их все равно не хватит. Их же всего 18 человек. Даже если мы сейчас сюда загоним... всех этих ребят. Точность у нас у всех, я так понимаю, и кланов есть, да. Как мне это сделать? Ну, ведь как-то надо. Не получится. У нас пожарная бригада здесь везде тусит. Я вот думал, может быть, парк здесь снести. Вот в чем дело. Они из-за парков, наверное, все-таки возникают-то. Временное умиротворение у них.
удовлетворение отдыхом, довольство законодательством, враждебность. Они с беркутами враждебны, да? А, нейтральные они. С этими ребятами они враждебны с беркутами. Но что у нас здесь влияние характеристик? То есть, в принципе, они в итоге помирятся, да? Плюс 1, плюс 0,5. Минус 3 через 3 дня. То есть, если не трогать ничего, то волнение у них потихонечку с беркутами уйдет. Плюс 1 через 3 дня. Здесь у нас что? Плюс 2,9 через 3 дня. Ну, понятно. То есть, они уживутся с ними в итоге. Дружелюбие здесь. Плюс 4. Плюс, минус 2. Беркут с этими минус 2. Общее право... Так, общее... Предполагаемые изменения минус 2 через 3 дня. Понятно. И минус 3 с этими. Это у нас беркутовцы. То есть беркутовцы ни хрена не хотят уживаться с добрыми соседями. То есть мне нужно принять закон, который... Да, их нужно разводить. Регулярно контактируют, видите? Очень далекое мировоззрение у них. У нас беркутов 26 человек. Мне, блин, может быть их все-таки... А что у нас у этих ребят-то есть? Вода и да здоровье. Но они вообще никакие. То есть их можно попробовать сюда выселить. Их 18 человек. По 9 человек на место. Угу. Сюда. Пусть хоть как, хоть разнорабочими работают. И сюда. Здесь у нас сейчас сколько получается? Район моллюсков. 4. 12. То есть надо будет еще здесь придумывать рабочие места. Хотя что придумывать? Здесь и есть рабочие места для них. Ну, давайте попробуем также сделать, как и с этими ребятами. То есть если их развести, то через какое-то время они должны будут подружиться, по идее. Или я неправильно понимаю? Эти, конечно, с этими уживаются только в путь. Даже... Они даже с пожарной бригадой приживутся. Прикольно. Прикольно. А, ну ты... Я понял. То есть, короче, их нужно разводить. Потом они через какое-то время... потому что не будут друг друга раздражать и контактировать. Они через какое-то время друг с другом поладят. Вот оно что, Михалыч. Ага. Да, так и есть. Хорошо. Ну давайте разводить. 18 человек. Просто... Они нифига не работают. Вот в чем дело. Ладно, увеличиваем время на трешку. Давайте смотреть в большой динамике, как и что у нас будет здесь происходить. С едой бы как-то порешать вопрос. 15, 15, 15. Жесть. У меня такое впечатление, что они сейчас голодать начнут. А что с этим делать, не очень понятно. 17 человек свободных, потому что я их вывел. Ладно, хорошо, допустим, сюда. Давайте добиваем. Добиваем сюда. Добиваем сюда. Где мы еще можем еды получить? Еды можем получить, наверное, здесь. А, ага, а мы не получим, потому что у нас некем получить, да? Да, специальность не подходит. Талю, мать. Ладно, хорошо. А что у нас здесь не хватает? Долго между работой и домом? Ну, вот хижина, пожалуйста, переселись, да и все, и будет тебе счастье. Нет? Ну, так я что могу поделать? Ладно, давайте пока еду немножечко попробуем пособирать. Здесь у нас сейчас вторая ферма построится. Должно, по идее, выйти все на то, что я планировал. Ну, блин, как бы не факт. Бабуля что-то хочет от нас. Действие важнее слов. Люди...
судят не по словам, а по делам. И закон должен соответствовать этому принципу. Каждый должен иметь возможность говорить то, что хочет, но отвечать лишь за совершенные поступки. Мы с моим кланом хотели бы принять закон, гарантирующий свободу выражения мысли. Так. Специализация дисциплина у всех кланов не может опуститься ниже одного. Специализация самовыражения у всех кланов не может подняться выше двух. Приняв этот закон, вы сможете позже приостановить его действие, отменив эффект. Ну, давайте. Чего бы, собственно говоря, нет. Походу, беркутовцы хотят, а эти не хотят. Так, а что нам нужно принять-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В этих законах, блин, путаться начинаешь. Что они хотели? Они хотели... А где у нас еще одна задача? Я ж принял ее. Тошнота. Это у нас у кого тошнота-то? Здесь? Ну, ладно, что теперь поделаешь. Где у нас... Так, так, где у нас задача там? Ребята! Как же вы неудобно сделали все менюшки, список заданий. Так. Показать закон. Вот он. Действие важнее слов. Хорошо. Посмотрим. Приостановить можем. Ну, если мы можем приостановить. Нам главное сейчас. Минус 3. Плюс 11. Да ну нахрен. Новый притайн. 24 человека. Довольство. Ну, хорошо. Хоть с этими сейчас снизится. А с этими, этих сейчас будем выселять. Ну, то есть переселять сюда, на эти два острова. Они, конечно, не смогут здесь хорошо полноценно работать. Ну, значит, потихонечку будут работать. Но главное, что я верну всех ребят обратно. Так, что у нас здесь? Давай, донесите уже, пожалуйста. У нас не получается нифига. С едой решать вопрос. Ну, не получается у нас пока. Увеличиваем течение времени. Что у нас здесь? Ну да, здесь будет тяжело и долго все решаться. Влияние. Здесь ничего не делается. А почему ничего не делается? Мусора нету. Вот почему ничего не делается. Мусора нету. Здесь у нас что с мусором? У нас здесь свободные же люди есть, правильно? Есть. Провал, свободное время. Пожарная бригада. Ну, ничего не поделаешь, ребят. Если вы не сходили, не отдохнули... А, это не вы не сходили, не отдохнули. Это вы здесь не сходили, не отдохнули, да? Точно. Так и есть. Мы же там общественное мнение ничего не сделали. Точнее, общественные... Так, а вы, вам что не нравится, Господа хорошие. 56%. Чего вы так... Враждебность. Недовлетворение отдыхом. Парки. Их надо выселять оттуда. Их надо отсюда выселять. Ладно. Что поделать? Выселять, значит выселять. Так. Давайте, да, выселять. А что делать? Здесь по нулям, правильно? Правильно. Давайте через паузу. Хорошо. Пирс, 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 пирс. Перевозка людей. 8 человек. 8 человек мы переселяем обратно. Домой. Обратно домой. Сюда. Все.
Оп. И здесь пусто. Окей, дальше. Дальше. Где у нас пирс? Вот пирс. Перевозка людей. Отсюда. Отсюда перевозим сюда. Вот сюда. Зону мальков. Всех. А, их можно с рабочих мест не убирать. А, так это удобно. Это получается удобно. Так, значит, тогда этот пирс. Перевозка людей. Сюда. Сюда 9 человек. 9 человек. И сюда. Нет, я сюда, наверное, да, не выбрал. Да. Оп. Сюда. Еще 9 человек. Разделили. Два живущих друг друга душу в душу клана мы сопоставили. А этих выселили. Это хорошо. Кстати говоря, здесь надо склад увеличить. Будет. И у нас, получается, недовольство уйдет у них. Ну, в принципе, неплохо. Посмотрим, что там с рабочими местами будет. Но это уже посмотрим позже. Это сюда, и сейчас отсюда пойдет сюда, по идее, два. Раз, два. Ну, отлично, чё. Да, эти ушли сразу же. Все, ништячки. Ништячки. Так. Ну что, переселились вы, ребятки, или не переселились? Да, переселились. Так, их 9 человек. Допустим, у нас тут 2 рабочих места. Здесь у нас получается 2 рабочих места. А, у них, кстати говоря, дисциплина у всех же сейчас получается есть, да? У всех кланов сейчас есть дисциплина. Получается, можно сюда одного спеца. Да, вот здесь вот только у нас получается нету возможности. Ну, ничего страшного. Так, сколько здесь еще свободных у нас людей? Ну, что вы меня трогаете-то постоянно, а? Привет, лидер. Послушай, раз уж по последнее время дела идут спокойно, мы решили устроить соревнования. Ничего особенного. Мы даже в виде спорта пока не определились. Просто хотим возобновить регулярные игры. Угу. Порезвиться, кровь по жилам разогнать. Спорт – это ведь дело хорошее, а? Что скажете? Организуем команду на официальном уровне. Так, можно заняться спортом, но давайте без официальной поддержки. Поддерживают эти и эти. Оформив все официально, думаю, хорошая идея. Ну, давайте, наверное, вот так вот. Потому что у нас здесь недовольство у этих двух кланов. У этого, конечно, есть большое недовольство, но оно спадет на нет, потому что враждебности уже не будет с вот этим кланом. Опа-на. Ага, эти все-таки раздражились чуть-чуть, да? Ну, ничего страшного. Ну, ладно, устроим соревнование по бегу, например. Давайте, устраивайте. Ух ты, плюс 17. Блин, ты... Политика, сука. Так, ладно. Здесь мы рабочие места распределили. Не до конца, да? Ладно. Один здесь, два, один, два, три, шесть, шесть. То есть можно, наверное, здесь прибавить одного. Это получается у нас семь. И сюда двоих. Все? Получается, как бы да. А, кстати, в окрестностях не осталось ресурсов. И вот что с этим зданием здоровенным делать? То есть они здесь бесполезны, получаются. Ну, давайте травник открывать. Чтобы они здесь не бездельничали, да? Вот так вот. Вроде как все, удовлетворили, да? Кстати, наверное, можно было бы сюда побольше людей отправить. Склад же здесь такой большой не нужен. Вот так вот. Отлично. С этими разобрались, давайте с этими разбираться теперь.
Окей, здесь у нас тоже 9 человек. Троих на склад. Троих на склад. Одного на лесоповал. Двоих на рыбалку. И сколько у нас здесь еще свободного человека стоит? Три? Здесь еще три свободных человека. Да, пока им заниматься здесь, конечно, нечем. По-хорошему. Потому что здесь мы восстановление не уйдет ни хрена никуда. Так, надо придумать, что здесь еще одному человеку делать. Ну давай, пускай... А как так-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, семь, восемь, девять. Да, здесь занятий-то побольше. Раз, два, пять, восемь, девять. Здесь надо что-то придумать, чтобы они еще занимались, да? Угу. А чем придумать-то здесь? Лесоруб здесь есть, рыбалка здесь есть. Собирательство здесь есть какое-нибудь собирательство? Хотя, в принципе, сколько их здесь получается? 6 человек. Блин, надо, чтобы они что-то полезное делали. Так, а что они могут сделать полезного? На кухне кашеварить не могут. Тихо, тихо, тихо. Разберемся сейчас, что вам там не хватает и где. Сколько у меня здесь вообще свободных? 12 человек у меня здесь свободных. И это не может не радовать. Соответственно, я могу здесь прибавить. Правильно, двух спецов. Здесь могу прибавить спеца. Здесь могу, скорее всего, спеца прибавить. И здесь могу спеца прибавить. Вот это уже более-менее. Сейчас это пойдет на плюс. Он все равно нихрена на плюс не пойдет. Ну, давайте так, что ли. И теперь у нас... Да, плюс 34 в плюс. Главное, чтобы здесь рыба осталась. И еще 4 пожарника нам можно куда-нибудь направить. Допустим, у нас с мусором вечная проблема. Здесь мусор есть. Здесь. Дайте сюда спеца одного. Здесь, кстати говоря, спец трудится-то? Спец. Отлично. Что еще мы можем? Можем здесь, в принципе. Обломочки тоже у нас же, да? Угу. Могут подзакончиться. Вперед, на работу. И у нас беркутовцев, точнее пожарников, остается 2 человека. 2 человека, которые могут смело здесь у нас на складе пока тусить. Правильно? Правильно. С этими мы расквитались. С этими мы раскидались. Нам нужно придумать, чем занять здесь. Еще как минимум 3 человека. Пока не знаю, чем их занять. Но мы порешаем этот вопрос. Здесь мы всех заняли. Здесь мы всех заняли. Здесь потихонечку что-то уже готовится, нет? Дома готовы, а в основном остальных нету, да? А чего не хватает? Мусора у нас не хватает. Мусора не хватает. Так, мусор, мусор, мусор. Где-то у нас же здесь был мусор, да, вроде? Да, ребят, вот вы как раз-таки мне сейчас и нужны. Вот вы можете здесь мусор собрать? Нет? Ну, что-то они могут собрать, хорошо. Мне нужно срочно мусора, чтобы у меня были заняты ребята. Вот, допустим, мусор. Обломки. Ну, это фиг с ним. Эти, наверное, мы не достанем нифига. Так, ну, здесь еда. Ну, ладно, давайте по еде тоже пробежимся. Вот здесь у нас мусор есть. Только они, наверное, его не смогут собрать. Здесь попробуем. Здесь попробуем. Вроде на мелководье этот мусор находится. По еде пробежимся. Ну и все. Собственно, десятка у нас готова. Отлично. Подтормаживать начинает игра. А это всего лишь 104 человека. Зато у нас здесь постепенно начинается жизнь. Лекарства. Отлично. Еда. Блин, с едой, конечно, косяки. Но мы с едой сейчас что-нибудь придумаем. У нас, во-первых, здесь собиратель должен, по большому счету, начать работать. Кстати, где он? Вот он, да?
собиратель, давайте ему приоритет выставим, то у нас голодные начинают появляться люди. А это нехорошо. Ну, согласитесь, это не есть хорошо. Так. У вас растет недовольство. В связи с чем у вас, ребята, растет недовольство? Давайте смотреть. Тошнота. Ну, я так думаю, что мы сейчас там как раз поставили лагерь, полевой, ну, госпиталь. И будет все хорошо. Дальше. Игровые автоматы мы не ставили, картины галереи мы не ставили, ратуши там тоже нету. Отлично. Стойкость. То есть вы, в принципе, можете рыбой заниматься, да, ребята? У нас же у рыбы стойкость-то. Да, у рыбы стойкость. И вы можете рыбой заниматься. Но только рыбы, скорее всего, у вас здесь ни хрена нету, правильно? Да, рыбы у вас только с этой стороны. И не факт, что она там есть. Окей, ладно, пока подождем. Пока подождем. Так, чем вы недовольны? Чем вы недовольны? Враждебность, но... Вражда с кланом Берку 3. 18 человек. Ну, вы разведены, ребят. Вы уже не будете. Вам нужно просто, я так понимаю, что-то типа отдыха создать, да? И у вас тогда будет все хорошо. Хорошо. Допустим. Чем вы недовольны? Враждебность с добрососедями. Но я так... Ну, добрососеди уехали. Вы теперь с ними не будете контактировать. Отлично. Хорошо. У нас... Мастерские можно вводить. Да, можно вводить мастерские. Отлично. Ну что, мы вроде как развели всех ребят по разным островам. Вроде заложили здесь все хорошо для бабушки и ее новых пуритан. Также мы вывезли добрососедей, добрых соседей на наши два региона посередине. И, в общем-то, у нас единственное, что могут быть проблемы сейчас с едой, пока все это заработает, потому что нам пока перемолят. Кстати говоря, перемолят. А, понятно. У нас здесь нет свободных людей, чтобы мололи муку. Ага. Но я так понимаю, что можно с мусора будет снять сейчас. Кого-то снять с мусора. Или с обломков. Давайте, наверное, с обломков снимем. Обломки вроде есть пока. И переведем их сюда. Хотя, в принципе, мы можем со склада снять. А, со склада на складе тоже людей немало. У нас здесь всего два человека работают. Так. Сколько она будет выдавать? 26,2 в день. Здесь 33,7 в день перерабатывать. А если мы поменьшим, 18,7. Понятно. Нам сюда нужно еще как минимум по одному человеку добавить. Откуда их брать? Автосохранение. Откуда их брать-то, этих двоих? С воды. Во. У нас воды же... Нет, воды нету. А что у нас здесь? Воду у нас не забирают. Так, если мы здесь поставим на паузу, а здесь наоборот прибавим. Ага, у нас с водой вообще косяк. Потому что у нас заработала вторая ферма. У проглоты, блин, вас кормить-то охренеть не встать. Жесть, короче. Когда у нас будут собиратели тут собирать, а? Здесь у нас 9 человек, которые не работают. Вода заканчивается, еда заканчивается. В общем, будем решать в следующей серии с вами проблему, ребята, с едой и водой. По любасу. Потому что мне не хватает здесь населения. Да. Мне не хватает здесь населения.
Но ведь муку можно делать и в другом месте. Стоп, а если мне, допустим, я сейчас перекину отсюда? Действительно, у меня вот здесь вот сидит сейчас два человека. Его перекидываем сюда. Здесь у меня тоже сидят безработные. И здесь у меня сидит безработные, правильно? Правильно. А их можно добавить сюда. По 30 в день. Что есть 60. Эти перерабатывают 33,7. Чуть больше, чем производится. Угу. Ладно, этим будем уже заниматься конкретно в следующей серии, друзья. А в этой серии мы с вами занимались тем, что разводили кланы, чтобы они у меня не подняли бунт. Итого, ребят, мы перевели сюда бабулю, добрых соседей перевели вот в эти два региона. Надо будет чем-то заняться. Допустим, здесь у нас целых три человека, кстати говоря, которые могут, допустим, пекарню на себя взять и высвободить еще пару человек отсюда. Правильно? Могут? Могут. Спокойно, вообще не вопрос. Окей. Этим мы с вами будем, ребята, друзья, заниматься в следующей серии. Кому понравилась серия и кому вообще нравится данная игра и мое прохождение, не забудьте, пожалуйста, ставить лайк. Да, кто хочет поддержать канал, все ссылочки есть в описании канала. Жду ваших комментариев, друзья. С вами был Соб, увидимся в следующих сериях. Всем пока!